Так я в глубинке Франции на очень большой какой-то ферме, видите? Я давно такого не видел во Франции. Так, где наша компания, которую мы приехали смотреть? Вот она. John Deere 9640 VTS 2003 год. Третий год. 2003 год. Вот наш ВТСик. Ну и для его часов он хорошо выглядит внешне. Даже по щиточкам у них щитки больная тема вообще. Они гниют. Планки подстерты. Уши целые. Звездочка пойдет. Наклонка вся целая. Коробку делали. Чуть слюнявит, ну, такое. По лестнице видно. Опа, кафеки. О, тут уже приварили крючок. Ага. О. По момент. Подожди. Цепочка. А, тут уже видно, как и открывали, блин. Как думаешь, сколько часов? Напиши свое мнение. Сварки нет, она целая. Французы щебечат. Я здесь покупал у этого продавца ВТС 2 года назад. На ютубе он есть.
целая рама, да? Тут все нормально. И тут все целое. Полный привод. Ну, решет нету. Все спросим. Блин, для его часов мы нормально его сохранили. Не порвали ничего. Мотор 8.1 у них стоит. Да, на минимум. Ну мне так видно. Посмотрите сами еще раз. Лежит, снят и лежат на ферме, сказал, надо поехать забрать. Километр отсюда. Готовы? Оп. 6600 на 4. Зато цена хорошая.
так как сейчас предложения нет на рынке почти, есть сложности. Идем к жатке. И у него электрорешета, вы видели? Есть. Так, жатка 622. Год. Француз решает вопросы какие-то. Тут виток чуть согнутый. Ну, по полу не трется. Классный гараж, да?